Общественный совет при региональном МВД провел субботник на берегу реки Малый Зеленчук в Аулежаку, в ходе которого было собрано и вывезено более 40 мешков мусора. Председатель общественного совета Мария Табиева, начальник районного отдела МВД Руслан Джентимиров, глава администрации сельского поселения и добровольцы поисково-спасательного отряда «Кавказ» очистили прибрежную территорию от накопившегося за зиму мусора. Сейчас для придания берегу благоприятного вида на нем высажены саженцы дикорастущих цветов.